яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru. Привет, с вами Вилсаком. Вы знаете, после того, как стало известно о выходе Angry Birds Star Wars, закралась мыслишка, что старик Лукас окончательно съехал с катушек. Утвердился я в этой мысли после того, как стало известно о продаже Lucasfilms за 4 миллиарда долларов Диснею, и уже известно о выходе 7-го эпизода саги, который появится в 2015 году, и я не удивлюсь, если окажется, что у Дарта Вейдера есть секретный ученик Микки Маус. Но сегодня мы говорим об Angry Birds Star Wars, столкновении двух вселенных, двух глыб махин, если хотите, Angry Birds и Star Wars соответственно, и удивительно, как Ровио с хирургической точностью удалось совместить эти две, на мой взгляд, просто несовместимые вселенные. Игра получилась замечательной, сразу скажу, что, наверное, это одна из лучших игр Ровио на сегодняшний момент и лучшая реинкарнация Angry Birds с момента выхода оригинальной игры. И очень позитивный пример того, как правильно использовать лицензию, в данном случае Star Wars. Ничего не испорчено, фанаты будут пищать от восторга, насколько удачно перенесены все герои из оригинальной трилогии во вселенную Angry Birds, и в итоге получилось очень веселое, забавное и классное зрелище. Игра доступна для всех актуальных устройств Apple, начиная с iPhone 3GS, и как это заведено у Rovio, две разные версии для iPhone, iPod Touch и iPad, которые стоят 33 рубля и доллар, и 99 рублей и 3 доллара соответственно. Займет на вашем устройстве порядка 100 мегабайт, это не так много для того, чтобы скоротать пару вечеров, либо убиваться неделями, завоевывая по 3 звезды на каждом уровне. Механика игры, на мой взгляд, отточена до блеска, ровно так же, как грань iPhone отшлифована алмазным станком, придраться просто не к чему. Все, что было хорошего во всех частях Angry Birds, здесь есть в полном объеме. Говорить о плюсах и минусах игры, если это обзор Angry Birds Star Wars, дело неблагодарное, но тем не менее, самое важное, что игра удалась. Я очень боялся, что это будет очередным воплощением человеческой жадности, алчности и цинизма, но тем не менее, Angry Birds Star Wars займет почетное место в бастионе игр по лицензии Star Wars. Отмечу и слабые стороны игры, от нас получается все такое приторно-замечательное, это не совсем так, есть и бреши в этой конструкции. Первое, это, конечно же, всего две планеты, Татуин и Звезда Смерти. Поймите меня правильно, там достаточное количество уровней, на которые вы можете потратить уйму времени, зарабатывая эти самые звезды, но хотелось бы большего. Разработчики это вроде как понимают, и есть тизер, что скоро в следующем обновлении мы получим еще дополнительные планеты. Есть планета с дроидами, где вы можете развлекаться за заработанные звезды, открывая бонусные уровни. Ну и отдельный фейл — это путь джедая, который стоит 2 доллара. Вот эта алчность Ровио, она все-таки дала течь и все-таки сюда просочилась. Но, к сожалению, 2 доллара — это, конечно же, не так много, но, извините, платить двойную цену, например, игры за одну планету как-то, на мой взгляд, неправильно. Как ни прискорбно это признавать, игра удалась, и я надеюсь, что вы потратите много полезных и приятных минут за Angry Birds Star Wars. С вами был Вилсаком, как всегда мы проведем розыгрыш по этой игре 9 ноября, подписывайтесь на мой твиттер с хэштегом Вилсаком Angry Birds Star Wars, я накидаю вам промокодов для iPhone и iPad версии. Кроме всего прочего, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать все самое интересное из мира Apple. May the Force be with you, пока!